Телеканал КРТ представляє. Да, начиная с 2014 года, мы помним, Яценюк это заявлял, ну вот в первых же своих поездках за рубеж, когда только сели за стол переговоров по поводу реструктуризации долга Украины и, соответственно, получения очередного кредита от МВФ. Он на всех международных площадках, тогда премьер-министр Украины заявлял, смотрите, как это вы нам не дадите кредит? Мы же единственная страна в мире, которая воюет с Россией. Цитирую его дословно, насколько мне помнится. То есть, вот, что он, вот единственный аргумент, почему МВФ и западные страны должны, во-первых, списать часть долгов, а во-вторых, выдать новые кредиты. Только потому, что мы воюем с Россией. Других аргументов нету. И, в принципе, ничего другого, в общем-то, и не придумали. Нам так вот последний год-полтора рассказывали, в том числе в российских эфирах рассказывали многие мои коллеги, украинские политологи, о том, как замечательно теперь экономика на Украине развивается. Там есть такой у вас на Украине неизвестный эксперт, а в России очень известный как бы украинский эксперт Ковтун. Так он нам... год-полтора кричал в эфирах, у вас нулевой рост, у вас нулевой рост, а вот Украина процветает, скоро, значит, обгонят и перегонят Россию. Ну, и в итоге мы видим, во что это все вылилось уже в начале этого года, да, минусовые показатели роста экономики Украины, полная, извините, ну, даже не сказать, филейная часть в экономике наступила. И где вся история успеха? И где все то, о чем нам рассказывали, что Россия будет пример брать с Украины? Я, кстати, хочу сказать крамольную даже мысль. Не знаю, звучит она в украинских СМИ или нет, не видел нигде. Но во многом эта история с пандемией, она палочка-выручалочка для Зеленского и его команды. Они, может, еще и не осознали этого, но они теперь-то падение экономики, производства могут списывать еще долгое время на этот карантин и пандемию. И, соответственно, клянчить новые и новые кредиты в МВФ. А ведь мы же видели с вами, что тенденции-то наступили до коронавируса. Минус-то уже показали в январе. И, соответственно, эти тенденции, они были печальны для Украины. И сейчас прямо ваши украинские экономисты и политики с трибун всевозможных высоких говорят, без кредита МВФ ничего не будет. И ради этого готовы и землю сдать, и законы вообще антиконституционные принять, вот в частности по Приватбанку, ну совершенно не вписывающуюся в логику какой бы то ни было независимой страны. Ну, видите, все признали, да, без кредита МВФ наступает на Украине, пардон за это просторечие, гаплык. Ну и никуда не деться. А вот вопрос тогда такой, а вот с вашей точки зрения, в состоянии ли украинская элита все-таки слезть вот этой иглы кредитов МВФ? А украинской элите это не надо. Мы же понимаем, хорошо, прекрасно понимаем, что эта элита, она кормится с этих кредитов. То есть, собственно говоря, ей-то все эти кредиты нужны для личного обогащения. Ну, во всяком случае, той части элиты, которая находится у кормушек. И они там рвутся за то, чтобы сидеть в этой кормушке в тот момент, когда очередные кредиты будут поступать. Ну, мы же все понимаем, да, во что обернулась стена Яценюка. Где стена? Стены так и нет, зато кто-то очень хорошо, и мы знаем, кто на этом заработал себе деньги. Точно так же с этими кредитами. И, кстати, ведь западные-то все эти кредитодатели, они ведь и не скрывают, как все это работает. Вот достаточно почитать, рекомендую всем, оно в продаже есть, в онлайне есть книга Перкинса «Исповедь экономического убийцы», где человек, который этим занимался на практике, рассказывает, как вот все эти МВФ, всемирные банки и все возможные структуры подсаживают на эту иглу действительно эти самые элиты, понимают, что это акт коррупции по большому-то счету. Деньги зачастую, львиная доля денег и не выходит за пределы Соединенных Штатов. Но те страны, которые они подсаживают на эту углу, просто вползают в долги, из которых они не могут выбраться десятилетиями. Простая схема, примитивная, казалось бы, но она работает. Она работает. Это, по сути дела, способ закабаления, экономического закабаления тех или иных стран. Я, кстати, вот пример один приведу. Беседовал как-то еще в довоенные времена с представителем крупного американского банка,
крупнейшего, одного из крупнейших американских банков, который выделял тогда кредит Украине на постройку дорог в Западной Украине. Ну, вы же знаете, много лет прошло, дорог как не было, так и нет. Я его тогда спрашиваю, скажите, а вот вы же понимаете, что эти деньги, они уйдут в никуда, никаких дорог не будет. А там крупные суммы шли, чуть ли не миллиард долларов в конечном итоге был, общая сумма. Боюсь ошибиться сейчас точно. А он говорит, так а что, мы не понимаем, что ли? Ну, вы же понимаете, деньги-то все равно Украина нам должна будет. Будут эти дороги или нет, это уже ваше дело. А деньги все равно Украина будет должна. То есть их логика очень проста. Мы покупаем элиту, мы подсаживаем ее на крючок, в случае чего действительно можем поднять вопрос о сдаче национальных интересов или взятки, чтобы никто не дернулся в другую сторону. Но пока, в общем, нас все устраивает, в том числе политика внешняя, все хорошо. Вот пример, да, это же сейчас всплыла история с, ну, я имею в виду год назад, когда выборы шли, со Свинарчуком Гладковским. Но ведь все же это знали. Все это знали еще раньше, это же история давняя. Я просто вспоминаю, как в 2014 году западные кредиторы выделили кредит на, извините, предприятие «Богдан», на завод, который в том числе совладелец был Свинарчук этот самый и Порошенко. И выделили кредит, затем Порошенко, это публично еще, это все видели, это все понимали, забирает деньги, по сути дела, всю стоимость этого кредита, говоря, что я это как бы расплата за мое участие, за то, что я выхожу из состава акционера. То есть он просто взял и забрал себе, лично себе этот кредит. То есть, казалось бы, в любой стране это был бы шум, западные кредиторы уже подали бы в суды, иски в суды и прочее. Но тут, видите, ну да, получается, попрощались со своими деньгами западные кредиторы, но понимали это на подкуп, извините, уже президента Украины. А что делать? То есть вот так и работают все эти кредиты, кредитные линии, кредитные истории в условиях стран, подобных Украине.